Совсем недавно в России вспоминали день вывода войск из Афганистана. 30 лет назад последний советский солдат навсегда покинул территорию чужой страны. В честь этого события, а также предстоящего праздника Дня защитника Отечества, ребята из Щелковской школы номер 16 совместно с участниками движения «Молодая гвардия» подготовили памятный концерт. Афганская война – одно это название вселяет печаль в сердца всех российских людей. Сегодня, в памятный день, ребята из школы номер 16 подготовили номера, после которых невозможно сдержать слез. Нелегко пришлось и жюри, которым пришлось отбирать победителей среди лучших. Дети пели, рассказывали стихотворения, а также нарисовали картины, в которых отобразили фрагменты той ужасной войны. Спят тревожно русские солдаты. Они копят силы в запас, и привычный голод, и усталость. Дни свои не копят про запас. Так скажи, сколько их осталось? Нелегко пришлось членам жюри, которым пришлось выбирать победителей среди лучших. Мне понравилось, что каждый из ребят он пропустил через свое сердце стихи, песню. Великолепные художественные работы, рисунки. Но нам очень сложно, мы не можем практически выбрать, но выбирать нужно, потому что все они молодцы. Они, конечно, прочувствовали то же самое, то, что, допустим, мы прочувствовали в годы, про годы Великой Отечественной войны. Когда-то мы выросли на этих подвигах, и мы не потеряли честь и славу своих отцов, дедов, которые воевали в Великой Отечественной войну. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».